Радио. Сколько еще ждать? Я в парикмахерскую опаздываю. Красота требует жертв. Учитесь радоваться моменту. Don't worry, be happy. Среди этой мелкоты для зимов чувствовать себя гигантом. В этих карманах собачек хозяйки на вечеринках носят, как дорогие аксессуары. А я блюду, как звук директора порядок в доме моды, пока этих голых китаёв и тихуахуа приоденут от кутюр. Ну, началось это с того, что появилась у меня собака, маленькая, беленькая, чихуахуа, которую зовут Боня. И мне захотелось ее одеть. Мы проехали по нескольким магазинам Москвы и ничего приличного не смогли найти. Тогда я решила, надо брать все это дело в свои руки, кроить, шить, пробовать. Она пробует, а я вот крятись на личном примере показываю, как надо вести себя на примерке. Сука, и сказать, 26 мерок с тебя снимают, чтобы костюмчик насобать себе. Для сравнения, с человека только 11, и то манекенщиц в обморок падает. Наши клиенты куда капризнее, движение ничего не должно стеснять, ходовых размеров нет, для каждой эксклюзив. Потому что параметры красоты у всех разные. У голой китайки такая нежная кожа, что каждый сов специально обтачивается. Не дай бог натрет. А для тихуахуа, кстати, самой модной породы нынче, требуется ювелирная точность кроя. Чем меньше пес, тем больше капризов. Чтобы выстрочить малепусенькие детали, нужны специальные приспособления. Если это прогулочные какие-то вещи, комбинезоны, свитерки, обычное платье, значит, они и ведут себя по-другому, потому что они гуляют на улице, они могут резвиться, даже иногда хулиганить. А во фраках они уже себя просто преподносят. Джейн, подожди! Спасибо тебе, дружище! Мне осточертела почта! Костюм долой! Да, напарник, но проблема! Но мне казалось, в нем я выгляжу стройней, хотя от дамочек отбою нет! Конечно, стройность мне не помешает. Красотки нынче к мужской фигуре претензии предъявляют. Не понимают, что главное у пса – это интеллект. Без него как выдержать целый день работы и все на виду, на виду. Уговариваясь их попозировать для фотографий. Даже придумал версию нового журнала «Official Dogs». Сорветки обещали переговорить с хозяйками, потому что кинозвездой стать не каждый способна. А вот фотомоделью были бы спонсорские деньги. Статус-кво и престижная собачка для наших клиенток. Единое целое. На подкладку используем только солк. Цветовая гамма радостная и должна сочетаться с нарядом хозяйки. Зачем собаке одежда? А зачем человеку? Неужели хочешь раздеться? Не пугай. Собака должна быть модная, как и дама, как и хозяйка. Красивая. И вообще, мне кажется, им интересно носить одежду. Интересно, вам шить белье для хвостатых клиентов? Может, и докс-памперсы придумаете? А что, весь актуально. Ветеринки в России долгие. На них и поспать некоторые успевают. На наших примерках тоже утомляются. Но присутствие кавалера всегда будоражит. У меня тоже есть выбор. Однако бизнес прежде всего. Шляпу я не снимаю до позднего вечера. А хороший дресс-код, как известно, обязывает. Поэтому не обещаю девам юным любови вечера на земле.